у нас цветение полным ходом идет. Значит, какие работы надо проводить? Во время цветения никаких. Лучше ничего не трогать. Единственное, что у нас полтора месяца не было дождей. Поэтому я все-таки поливаю. Хотя поливать не рекомендуется во время цветения, но я поливаю. Без фанатизма, но иначе боюсь, что будет еще хуже. Поэтому полив пока продолжаю. Ну, раз в неделю. Альфа уже отцвела. Вот она. С горошину. Нормировать ее не буду. Что завязалось, то завязалось. Кишмиш 342. Ну вот. Идет процесс цветения. Лучше не трогать. Чтобы не позбедовать цветочки. Вот элегант. Женский цветок. Ну, женскому цветку можно, в принципе, пуховками его немножко поработать, аккуратно допылять. Но так как дождей не было, погода сухая, пыльцу не сбивает, я думаю, даже в этом году не буду ничего такого делать. Пускай естественным путем все пыляется. Потому что погода очень благоприятствует, но единственное, что земля сухая, дождей не было. Это минус, конечно. Ну, перед цветением я полил. И вот пару дней назад тоже немножко чуть-чуть в корень пополивал. Иначе, возможно, даже хуже будет, чем без полива. Потому что не хватает немножко питания, засуха. Ну, все на этом. Ну, подвязка. Единственная подвязка. Продолжаем подвязывать. Ну что еще, пасынки. Вот, на два листика. Пощипываю все. Ну все на этом. Не трогаем, пускай цветет. Ну все на этом. Кому информация полезна, ставьте лайк, подписываемся на канал, жмем колокольчик. Все, всем пока.